Приветствую на канале DigiUp, друзья. Если вы много проводите времени за своим рабочим местом, то наверняка у вас на компьютерном столе есть разного рода гаджеты. Это могут быть подставки для наушников, USB-хабы, внешние звуковые карты. Ну а что, если места на столе не так уж много, чтобы разместить это все? Сегодня мы с вами посмотрим на устройство, которое сочетает в себе все вышеназванное. А именно, подставка для наушников Oclick HSS-502. Название, конечно, у Oclick такое себе. Но, тем не менее, устройство достаточно интересное. Распаковывать его не будем. Оно у меня уже распаковано и находится вот здесь. Итак, что же из себя представляет эта замечательная штуковина? Ну, во-первых, как я уже говорил, в первую очередь, это подставка для наушников. Подставка достаточно эргономичная, удобная, устойчивая. Также подставка сочетает в себе USB Hub, USB 2.0, правда не 3.0. Здесь есть три порта, расположены они на двух из торцах. Эта подставка также по совместительству является внешней звуковой картой, что в принципе может быть для многих удобно. Вы можете подключить ее к ноутбуку, например. Как правило, любые, даже самые простые звуковые карты внешние гораздо интереснее, чем встроенные в ноутбук. Здесь у нас есть для подключения наушников два разъема. Первый разъем комбинированный, здесь и наушники, и микрофон. Второй разъем только для микрофона. Например, если у вас гарнитура с двумя джеками, отдельно под микрофон, отдельно под наушники. Ну и естественно, все это у нас красиво в виде такого портала переливается RGB подсветкой. При длительном удерживании она включает или отключает подсветку полностью. Также при однократном нажатии вы можете менять режимы подсветки. Здесь имеется переливающийся RGB цвета, пульсирующая RGB подсветка, плавный перелив из цвета в цвет, а также постепенное заполнение разными цветами: RGB, красным, полностью красная подсветка, зеленая подсветка, синяя подсветка, фиолетовая подсветка, зеленая подсветка и голубая подсветка. В принципе, я думаю, для большинства людей режимов подсветки достаточно. Также здесь у нас есть вторая кнопка, а именно эквалайзер. Здесь у нас есть три режима. Какой режим сейчас активирован, это отображает у нас вот этот вот замечательный светящийся логотип. Если он красный, значит включен музыкальный режим, то есть хай-фай звук. Нажимаем на клавишу эквалайзер, и тут включается объемное 3D звучание для игр. И третий режим с синей подсветкой, это режим кино. В принципе, вот и все, друзья. Выглядит это достаточно прикольно, по функционалу достаточно удобно. Снизу у нас есть три прорезиненные ножки, и на столе эта конструкция стоит достаточно уверенно и устойчиво. В целом, эта подставка меня порадовала. Выглядит красиво, подсветка регулируется, USB Hub присутствует, ну и как бонус внешняя звуковая карта. Стоимость данной подставки от Oclick на текущий момент составляет 3700 рублей. Ссылочку на нее я оставлю в описании под роликом. Ну что ж, я надеюсь, этот коротенький ролик вам понравился. Ставь лайк, если так. Не забывай подписываться на канал и жмякнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видосы. Ну и поскольку никто до конца не уверен, что завтра будет с YouTube, обязательно заходи на наши соцсети ВКонтакте и Telegram. Ссылки будут в описании. Ну а на этом у меня все. До новых встреч!